Здравствуйте, меня зовут Радомир. Мы с супругой руководим салоном массажного оборудования Nuga Best в Польше, город Щецин. В бизнесе мы уже 10 лет. За это время руководили различными проектами, поэтому много обучались, различные конференции, семинары, тренинги, мега-тренинги. Также был опыт управления франшизой, где внутри сети очень много тоже различных обучений проходили. 3 года назад, по рекомендации партнеров, мы познакомились с Юрием и Илоной Галата. Для меня важной целью перед бустером было, конечно же, как и для каждого предпринимателя, увеличение продаж, увеличение прибыли компании. И важны были способы и методы, которыми этого можно достичь. То есть выстраивание долгосрочных отношений с клиентами, взаимодействие с командой и, конечно, проработать управленческие компетенции. При первой же встрече обратил внимание, что стандарты и подача информации у Юрия совсем не такие, как обычно. Я на самом деле столкнулся с разными ощущениями. С одной стороны, было интересно, потому что все как-то иначе, по-другому. А с другой стороны, ощущал внутреннее сопротивление, иногда непонимание, почему процесс выстроен именно таким образом. Но осознание силы тренинга приходило только вечером, а иногда даже через несколько дней. И мне кажется, в этом и есть главная сила бустеров Юрия Галата. Ты уезжаешь с бустера не просто с мотивацией, а с конкретными инструментами. Интересно было за собой замечать, как спустя даже несколько недель после встречи начинаешь говорить новыми словами из бустера, то есть появляется новая полезная привычка. За 3 года сотрудничества мы регулярно участвуем в бустерах Юрия и Илоны Галата. Часто компании организовываем встречи для команд, чтобы они тоже получили бесценный опыт. Недавно, например, участвовал в очень интересном бустере «Величие отношения». Это 100-дневное сопровождение, проработка компетенций, которые используются не только в бизнесе, но в первую очередь в семье, с детьми и вообще во взаимоотношениях с людьми. У меня есть яркий пример. Возникла конфликтная ситуация с собственником помещения, которое я арендую. Он решил переложить некоторые расходы, связанные с ремонтом, на меня, хотя устная договоренность была иная. И вот я решил воспользоваться инструментами из бустера, и за один телефонный разговор вопрос решился. Удалось таким образом сохранить $2000. На самом деле компетенции, которые тренирует Юрий, очень глубокие, и я давно решил, что в некоторых бустерах буду участвовать повторно и 100% буду рекомендовать другим. Если говорить о прогрессах, научились с командой говорить на одном языке. Благодаря этому быстрее и эффективнее достигаем результатов. В цифрах за время сотрудничества с Юрием наша прибыль выросла на 50%. И я с чистым сердцем рекомендую каждому студию Галата. И поверьте, чем раньше, тем лучше.